атеизм не имеет никаких аргументов, послушайте, что я горло говорю, никаких аргументов, которыми можно было обосновать атеизм, то есть доказать, что Бога нет. Просто никаких. Самый страшный, самый тяжелый, самый мощный наука доказала. Это позорный тезис. А почему? Почему? По очень простой причине, что все наши знания, все в совокупности, все, какие только вот человечество знало, знает и будет знать, знаете, что такое сознание? Капелька в океане. И что, на основании капельки могу делать о всей жизни океана? Никаких аргументов, которыми можно было обосновать атеизм, то есть доказать, что Бога нет.